это помещение. Это расскажи, как тебе, разрезали, не разрезали, или как сейчас делают? Не разрезали, дрельку прокушивают три дырки. Это дрельку. Через эти дырки, в одну дырку вставляется там этот микрофон, видать так. Потом они смотрят там, на телевизоре еще показывают, на компьютере. И вытаскивают, тогда там все надо вытаскивать. Вставляют. Температуры-то нету? Нет, сейчас нету, уже два дня нету. А после наркоза, слышал, мне по щекам плюет. Вставай, просыпайся. Нет, ну полтора часа там много. После наркоза в палату привезли, полчаса спать нету. Который там рядом, там толкает, будет, два часа разговаривает, спрашивает. Не уснул. Который здоровее помогает. Мне в 97-м первый раз делали операцию. Тоже наркоз общий, долго делали. Такой шоу. А уже через 10 лет ту же самую операцию, но такой шоу. И только по уколу. Никакого наркоза, я лежу, разговариваю. Но они отключают нерв. Делают, мы же делали, у кого? Когда исследовали, проходят, погодят. Они знают, что это. Вылетел, говорит, человек, со 101 этажа, ну и вниз падает, на 50 этаже на балконе мужик стоял, курил. Он просто спрашивает, как дела, пока все хорошо. Мужчина-то нет, там идет, если еще 50 год, если бы, ладно, купили, ну да, вот так, то все, вот так. Вот так. Ну ладно, и ничего, интересно. Я не говорю. А что вы как вы почему туда? Вы же сказали, что в окно видите это. Ну в окно это не означает, что в окно. А мы куда? Я сказал, что в окно вижу это. Мы давай спрашивать, зашли с той стороны. А нас отсюда тут более не пришлось возвращать. Ну так, значит, сам само скажет. Вчера бизнес приходила ко мне. А Надя Муха работает вот здесь. Вот в этом. Здесь, вот здесь работает? Да, Надя Муха здесь работает. Переливание крови? Ну да, но она сменилась утром. Она вечером была. Я вечером приходила, она меня чаем попоила. Взяла у меня кровь, определила, какая группа, я не знал. Вторая группа резус положительная. Она тут же сразу сделала анализ. Ну, все спрашивают, батюшка-то говорит, каяться, какие грехи-то есть, чтобы не выжил в грехах, заботиться. С Украины особенно. Прямо непрерывно идут. Я даже все сохранил эти такие отзывы-то. Мы молимся все. И другим послали, чтобы молились. А Давыду сегодня звоню, Давыд. Как вас? Да все нормально. А вы где находитесь? Потерял? Я говорю, да я в больнице. Как? А я не знал. Давыд не знал, рядом и не знал. Как? Валя, ой, я, говорит, забыла, да выйду позвонить, что там с этим засуетились, если в Тихин-то забыли.
один день отпадал, говорит, эти лунки на озере, лед 80 метров. Толщина льда на пруду 80 с лишним сантиметров. Ну, Алёшка звонил, там мне, мы, говорит, продолбили 5 лунок, ставили камыши там. Ну ладно, идите, идите, я пойду. Ну-ка. Я не могу, потому что каждый. Может, ты покажешь эту перевязку тут? Все, да? Перевязано, все, видите? Ну что, не провожай нас, мы, наверное, пойдем, не ходи на свет. Сейчас она меня сними, маленький. Ты сколько под наркозом провел время? Ну, больше часа. Я скажу, могу час 20. А во время наркоза никакого сна, еды, ничего? Ничего. Положили они как там трубки, не так раньше накладывали тряпку, а сейчас нет. А еще в рот что-то совали тебе? Нет, еще дыши глубже. Я вдохнул раза три. Что-то там уже я провалил. А какой-то рифленый такой шланг, когда я только раз все делал. Давай город усы, я говорю, нельзя. Нет. Тебя не принуждали к этому? Нет. Дали шланг этот? Медсестра, когда пришла, там, я снимаюсь. Но все равно придется там нет. А когда привезли туда, там еще одна медсестра топлива. Я говорю, нет, я не могу это снять. Я взял так отсюда назад. Это двинул. Ничего нет, ничего. А побрили там, где надо, пришла, там, да, выбрали все там. Нет. А мне интересно, как это хорошо спал, сразу оказался там в лагере у нас. День солнечный. Ребятишки сидят на скамейках, он играет на вокзалу. И какие-то светлые юноши. Ходят, что-то каждому говорят, что-то то ли дают где-то. Не помню, я ничего даже не помню. Может быть, до того я радостный такой был. Что-то и было, но я не помню. Да. И день просто светится все вокруг. Ты очнулся когда? Сразу ничего, потом стало отходить, видать, боль стала. Но они постоянно ставили обезболивающие уколы. Каждый день приходят. А кто операцию делал, узнал человека? Да не узнал, я спрошу еще. Узнай его, как-то отблагодарить. Там же хирурги, понять, делают день там десятки. Пускай, если нас он запомнит, мы ему трехтублик подарили. Виктор тогда, Андрей, еще позвонил, он говорит, подожди, я говорю, договорюсь, чтобы туда привезти. Когда позвонил, он говорит, хирурги сказали, мы едем в краевую, это медицинское дело, надо год, говорит, 5 часов, а в этой больнице каждый день, говорит, по 5 дней. Вот здесь вот? Ну да. Поэтому, говорит, они, говорит, там классно специалисты. Больше рук набили? Да, сюда, говорит, здесь. Николай привез сюда мне сразу. Но они тебе наказывают, Гена, как ложиться, сидеть можно, сейчас, ну сейчас и потом. Да ну ничего, пролежал, полдня пролежал, вечером. Ну где-то на 4 месяца запретили садиться, я ел стоя. И... Что можно, я говорю, нагрузки эти примерно, наверное, да, это у меня это позвоночник. В правой руке, говорит, можно держать бутылку, а в левой яблоко, не больше. Какая сложность, все. Значит, сено тебе вытаскивать нельзя, перебить. Ну это конечно. Ну это пока, а потом зарастет и забудешься. Ирина наша дружина. То Ирина? Давай, Ирина. Сестра. Сестра. Да, добрый день. Как ваше здоровье? Да хорошо, у меня здесь посетители пришли, старший брат пришел, стоим здесь, разговариваем. Ну все, сейчас уже не уходят. Уже. Все. Сняли карантин. С 11 часа можно на лечение. Скажи, ролик сегодня поставим, посетители снимают. Ты ролик смотри, меня увидишь. Сейчас я вам к вечеру поставлю. К вечеру поставлю. А? Ну ладно, потом пока. А то здесь ошибка. Михаил, в Москве там был.
ехать в Москву завтра. Ты меня хочешь в баню, а ты в баню. Он пошел в баню, я ему говорю, а он пошел в баню. Потом говорит, я приходил, думаю, что делать, слышу, он кричит, что. То есть я пол воды, и вместо того, чтобы встать, он себе нагнул. А зачем? Это только красная калина у Шукшина. Он пришел, говорит, подай жару, он помнит, что ты помнил на полке-то там, плеснул нам. Все, заклинивай. Вот это плохо дело. Ну ничего, говорит, сразу в сторону, Мне говорит, это американская мать, она говорит, еще, говорит, слава богу. Она говорит, мне не зря мать говорила, не уходи за это от пьяницы. Это ты меня испортишь. Интересно меня, я когда из наркоза стал выходить, и в это время появился тот, вот сейчас профессор Долженко, Дмитрий Андреевич, и он теперь профессор краевой больницы. И говорит, ногу-то и говорит, чувствуете? Я говорю, чувствую. Ну, они там, все, которые деревья там делали, их два было, делали-то. Я говорю, потом, когда он приехал к нам в деревню, разговаривали, я говорю, а могли снять, как меня первый раз делал? А что ж не сказали? Я говорю, тебе надо. Здесь нет, здесь сразу делают в зале три операционных стола, сразу первый раз в одно время можно. Да он сам говорит, я бы своего поставил студента. Не знаю, нет, здесь не важно, что не просьба, там эти шоки бегают сюда. Два нового может он проводить, его зав. Отделение. Да, он приезжал. А здесь врачи-то не круглые сутки делал, ночью, постоянно ночью делают. Так интересно, я только-только стал проходить, проснулся, смотрю, губернатор стоит. Стуриков тогда был. Рядом с ним Шойфет стоит, доктор этот. Врач был, и какая-то много людей. Я такое, как что говорю, а что это такое? Да это говорит, делегация немецкая приехала. И зашли в реанимацию, а я вижу, люди могли подумать, что меня посетили. -то. А я просто знакомый, и поэтому они подошли, стойки спрашивают. Ну ладно, все, идите, я пойду. Ну, давай, ты иди, не включай. Иди. Ну, может быть, святую воду взял бы? Да нет, не надо. Вы тут все обдумали бы еще? Не надо, все. Бог, снимай до конца, пока не строится. Да. Так человек, если умрет, это вспоминать будет. Пошел, попрощался и из жизни ушел. Вам открыть?